Каждодневная кропотливая работа людей делает страну богаче, безопаснее и сильнее, отметил президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград. Глава государства подчеркнул, что торжественное мероприятие приурочено государственным праздникам Дню труда и Дню победы, которые в Беларуси любят и почитают. В этом зале собрались яркие представители силовых структур, руководители предприятий народного хозяйства, медицинские работники, деятели культуры и искусства, спортсмены. Все они – настоящие патриоты своего отечества. В канун празднования Дня Победы тема патриотизма приобретает особое звучание. На белорусской земле всегда будут помнить тех, кто прошел тернистыми дорогами войны, отстоял независимость и свободу нашей Родины. С особым уважением мы относимся к ветеранам всех войн. Для молодого поколения бесконечно важен опыт солдат, которые знают истинную цену согласия и мира. Бесценный боевой опыт востребован нынешними защитниками Отечества. На учениях и тренировках национальная армия учится противостоять современным вызовам и угрозам. Работа людей в погонах не остается без внимания руководства страны. Сегодня все больше и больше вооруженные силы выступают гарантом стабильности и обеспечения спокойной жизни в нашей стране. И вручение сегодня государственных наград от народа – это признание нашим народам статуса защитника Отечества. За безупречную службу и профессионализм большая группа генералов и офицеров вооруженных сил отмечена высокой государственной наградой – орденом «За службу Родине третьей степени». Благодарю вас за верность долгу и сохранение добрых традиций, завещанных нам поколение победителей. Спасибо вам за то, что помогаете сберечь и приумножить главные ценности для любого из нас – здоровье, безопасность, мир и благосостояние. Уверен, что и в дальнейшем коллектив бригады будет с честью и достоинством выполнять все задачи, которые перед нами будут поставлены во благо нашей Родины, Республики Беларусь.